Всем привет, вы на канале Папа Фан Машины. Это игра Zombie Hill Racing, что-то похожее на Yarn to Die. Так, что у нас тут творится, ребята, что у нас творится? Эту тачку мы прокачали, эту локацию мы прошли, этап второй мы полностью вроде прошли. Ну-ка, давайте карту поменяем. И доехали мы вот до этапа третьего, до вот такой тачки. Это, по-моему, Porsche, да, ребят? Как вы думаете, это Porsche? Наверное, Поршик. Так, короче. Сейчас едем мы с вами без прокачки. Без прокачки. Смотрим, на что она способна. Так, получить, да? Ну что, поехали. Вот такая обычная машиночка. Поехали, посмотрим, на что она способна. Да, Zombie Hill Racing называется. Был у нас сборничек. Я снимал игры, похожие на Hill Climb Racing, да, вот, хотя бы, чтобы присутствовало название Hill Climb, там, Hill или Climb Racing, там, что-нибудь такое, не то, что Racing, но во многих играх присутствует название, но чтобы Hill присутствовало в названии, так, ладно, блин, что происходит, подожди, у нас топливо закончилось, понятно, давайте-ка мы сейчас с вами... Ну сейчас немножко, давайте наполовину сейчас прокачаем, короче. Так, что-то дети там ругаются. Что-то не... так, ладно, наполовину, да? Наполовину. Так, окей. Так, окей. Так, окей. Ну что, смотрим. Вы видели, как тачка выглядела, кстати, в прокачке. Тачка на прокачке. Смотри, а чё? Так, подожди, а сбоку что у неё сбоку? Я на нитрах пытаюсь стартануть. Слушайте, она вообще топово смотрится теперь, да? Вообще, вы посмотрите. Вау. Ну, первый этап мы по-любому пройдем сейчас на изи. Что за чучело, ребята, с колесом и с бочкой. Прям внутри него, видели? Капец. Так, доехали, короче, до первого этапа. Ой, этап третий. Что там, уровень? Уровень первый получается, да? Или как там у нас этап? Этап. Блин, ладно. Локация, короче, третий, этап первый пройден. Так, ребята. Нет, этап третий все-таки. Как-то по-другому надо говорить тогда. Этап третий, уровень второй сейчас. Пробуем проехать. Тоже оставим про... Так, гаражик. Посмотри. Это черепа. Черепушечки. Черепа, черепушечки. Крюта-крата. Так, без прокачки, да? Окей, поехали. Не будем ее сейчас улучшать пока. Посмотрим сначала, сможем мы второй уровень пройти или нет. Там уже придется нам прокачать ее максимально сразу, да? Та, зомби упала сверху. Так. Чучел, но на этот раз что-то он без бочки и без колеса. Так, у нас снаряды закончились. Мне вот интересно поближе подъехать. Подожди. Вон, смотри, висит. Подожди, ближе к шалашу у нас должно быть... Ух ты. Должно быть, ребята. Босс должен быть, по идее. Но мы что-то не можем пока доехать. Давайте прокачаем теперь максимально. И уже будем сейчас пролетать эту трассу. Так. Так, прокачка. Тачка на прокачку. Ой-ой. Все. Максимальная прокачка. Вот так, короче, машинка выглядит. Макс прокачка. У нас черепушки теперь закрыты еще какими-то лезвиями. То есть здорово, да, выглядит. Вообще крутяк. Поехали, друзья, поехали. Сейчас уровень второй на изи проскочим. Или не проскочим. Давай едь. То, что ты так не хочешь ехать-то. Сколько у нас снарядов? Ой, патронов у нас вообще что-то много очень. Очень много. Ребятушки. У нас еще половина бака почти.
Так. Босик. Главное сейчас босса нам не задавить сразу, посмотреть на него поближе. Да. Если он будет, конечно, подожди. Нету босса. Нету босса. Почему? На втором этапе был босс. На втором этапе был босс, ребята. Возможно, уже на третьем уровне у нас будет, кстати. Возможно. А по-моему, на втором этапе, когда проходили, там и на втором уровне тоже было. А здесь, в третьем этапе, на втором уровне нету. Или я что-то путаю? Так, активизировать. Купите стальной пропуск. Подожди, чего? Купите стальной пропуск, чтобы разблокировать бесплатные награды. Подожди. Стальной пропуск какой-то надо, короче. Не надо. Нам ничего не надо, никаких стальных пропусков. Это типа, чтобы что-то дорожки в Бравл Пасс, да? В Бравл Старс дорожки Бравл Пасс. Билетик там покупаешь и доп. Награды еще там. Скины, новый боец там, возможно, можно получить. Так, ладно, погнали, ребята. Третий уровень, ща посмотрим. Что мы сможем здесь сделать с вами? Поехали. Но боюсь, с первой попытки у нас не получится. Потому что мы в тот раз немножко повозились. На втором этапе повозились. Не получилось с первой попытки. Надеюсь, здесь боссик будет, кстати. В конце будет стоять. О, ребята, смотрите, тоннель какой. Какой-то мега-червяк прорыл тут тоннель. Висит груша. Нельзя скушать, но можно сбить винтовочкой. Так, все, снарядов нет. Топливо начинает заканчиваться. Нам еще ехать, ё-моё, ребят, нам еще ехать, реально, слышите, много. Ай-яй-яй, тормознули, блин, к сожалению. Ах ты! Все, топлива нет. У нас есть нитро, но оно быстро заканчивается. Блин, нет, с первой попытки мы не сможем. Это надо идеально проезжать. Это надо проезжать нам идеально. Блин. Так, поехали. Попытка номер два. Раунд 3. Попытка номер два. Погнали. Нам бы сейчас не стопориться, да, не тыкаться вот в эти препятствия, блин. Что с управлением? Так, я что-то не помню. Мы когда жмем на газ, у нас топливо... быстрее заканчивается, да, или так же? Я что-то, слушайте, реально. Когда мы стоим на месте, что-то такое ощущение, как будто топливо у нас одинаково заканчивается. Когда даже стоим, когда едем, когда стоим одинаково, да? Или мне все-таки кажется? Блин, опять. Нет, ну, не, слишком много затыков. Слишком много, поэтому... Удачи нам не ждать, хотя... Мы залетели уже наверх. Мы залетели наверх. И боссик. А боссик тот же самый, кстати. Блин, боссик такой же, как и в том этапе, во втором. Ну тогда ничего там интересного не было. Так что, ребят, смотреть там было не на что. На этого босса. Я думал, что новенькое будет. Так, ну что, в итоге мы прошли, короче, третий этап. У нас открывается четвертый. Но это будет уже в следующий раз. Так что, ребята, обязательно подписывайтесь на канал. Жмакайте на колокольчик, ставьте лайки. Комментируйте, делитесь этим видео. Всем удачи, до новых встреч. Вот здесь видосик появился. Смотрим обязательно. Все, пока-пока.